2 мая 2019 года икра взята в водоеме, окруженная кустарниками и водными растениями. Оболочка каждой икринки разбухшая, похожа на студенистый прозрачный слой, внутри которого видно яйцо. В природе скорость развития икры зависит от температуры воды. Чем выше температура, тем быстрее идет развитие. В глубоких затененных водоемах икра развивается примерно в 4 раза медленнее, чем в хорошо прогреваемых водоемах. Создаем оптимальные условия для развития икры. Температура воды комнатная, теплая. Уже через несколько дней из икринок вылупляются головастики, более похожие на малька рыбы. Пассивны, не питаются. Им хватает питательного запаса икринок. Имеются жаберные отверстия и жабры. Вскоре заметен метаморфоз. Головастики начинают самостоятельно питаться, активно передвигаться, тесно держаться друг с другом. Они снуют в разных направлениях, но не отплывают далеко, и вся стайка перемещается практически одновременно. Средний размер головастиков примерно 7-8 мм. В течение короткого промежутка времени головастики принимают форму маленькой лягушки. Отрастают передние лапки, хвост укорачивается. При этом молодой лягушонок внешне оказывается меньше размером, чем был головастик, из которого он только что образовался.